Узтекстайл-экспо-2022. Специализированная выставка текстильной и модной индустрии представила всю производственную цепочку от пряжи до готовой продукции, новинки и тренды этой осени. Наш следующий материал об итогах масштабного ивента. Цепочка событий, объединенных одной тематикой и целью. Презентация потенциала текстильной промышленности страны, а также знакомство с мировыми тенденциями фэшн-индустрии. Одна из площадок Ташкентской текстильной недели – это выставка «Узтекстайл-экспо. Осень-2022». В этот раз она собрала в двух павильонах из экспоцентра более 120 компаний и брендов, начиная от флагманов и хлопково-текстильных кластеров, заканчивая представителями малого бизнеса для полного удовлетворения запросов самых требовательных заказчиков. Все три дня компании-участницы активно вели переговоры, и мы надеемся, что выставка для всех из них будет полезной, продуктивной и очень выгодной коммерчески, что она поможет им открыть новые экспортные маршруты, географию расширить. Много посетителей мы регистрировали из европейских стран. На выставке прошел семинар, презентации, показы моды промышленных коллекций, и мы надеемся, что вся эта деловая активность, она обязательно будет способствовать дальнейшему развитию нашей отечественной текстильной и модной индустрии. Выставку посетили более 5000 профессиональных посетителей, в их числе и байеры. Переговоры на стендах шли до позднего вечера. Сегодня уже третий день выставки. Она была для нас очень плодотворной. Мы установили связи с байерами из Англии, Израиля, Германии, Италии. Видим повышенный интерес партнеров. В месяц в страны Европы мы отправляем 200-300 тысяч своей продукции. Мы пригласили наших партнеров посетить нашу фабрику в Андижане. В рамках выставки мы подписали ряд контрактов, один из которых на сумму 1 миллион долларов. Доля отечественных компаний в осенней выставке выросла до 82% от общего числа участников. Тем самым проект содействует развитию торгово-экономических отношений с ведущей индустрией Узбекистана – текстильной и швейной промышленностью, занимающей второе место по объему промышленного производства в республике. В рамках выставки были заключены соглашения и контракты на сумму более 447,5 миллиона долларов.